хочу я много знать и все вам рассказать. Ух-ты! Ууу! Смотрите, что за моей спиной! Эта машина называется вилочный погрузчик. И в сегодняшнем видео вы со мной узнаете о вилочных погрузчиках! А теперь выучим детали погрузчика. Идем! Ух ты! Посмотрите наверх! Это кабина. Именно там сидит водитель вилочного погрузчика. Ой, а посмотрите-ка! Это колесо и шина, и это колесо и шина. Это очень большое! А это совсем маленькое! Ух ты! Взгляните на высокую штуку! Она называется мачта! А это вот здесь! Эта деталь называется каретка! А это... Это вилы! И эти три детали поднимают поддон. Ой, посмотрите, знаете, что это? Это же танцпол! Вернее, поддон. Идем, проверим уровень масла. О, это двигатель погрузчика. Ух ты, здесь так много крутых деталей, которые обеспечивают мощность двигателя. Давайте вместе проверим уровень масла. Сначала вынимаем масляный щуп, а потом возвращаем на место. И проверяем уровень масла. Идеальный уровень. Вот что я называю железная работоспособность. Отлично! Пришло время сесть за руль погрузчика. Но сначала вспомним о безопасности. Мы должны надеть защитную экипировку. Я надеваю каску. А затем... Ярко-оранжевый. Воу! Ветрено! Похоже на плащ. Надеваю жилет. Застегиваю. Вот так! А теперь, когда мы надели экипировку, можно управлять погрузчиком. За мной! Хорошо, идем! Итак, мы в кабине вилочного погрузчика. Для начала застегнем ремень безопасности. Готово! Сидит очень плотно. А это рулевое колесо погрузчика. Воу! Оно поворачивает погрузчик. Это рычаг переключения. Он позволяет ехать вперед и назад. А вот эти рычаги управляют мачтой, кареткой и вилами. Опускает и поднимает. Наклоняет вперед и назад. А этот отклоняет налево и направо. Ну все, я заведу двигатель и поеду на погрузчике. Вот так. Oh, oh, oh.
Привет, Блиппи. Поможешь мне отвезти эти поддоны на склад? Да, конечно. Спасибо. Ладно. Ого. Так, вы слышали? Мы должны поднять 4 поддона и отвезти их на склад. Итак, 1, 2, 3, 4. Ладно, посмотрим, что на них стоит. Идем. О, на первом поддоне стоят 4 белых ведра. На втором поддоне одна большая голубая бочка. На третьем поддоне 4 черных шины. А на четвертом поддоне большой ковш от экскаватора! Блиппи, с кем ты говоришь? Берись за работу! Ой, ух ты, вы слышали? Надо поспешить и взяться за работу, пока не нажили неприятностей. Так, как насчет... возьмем 4 шины. Да, это хороший выбор. Огромное спасибо, Блиппи. Ты молодец. Это вам спасибо. И вы большие молодцы. Мне было очень интересно изучать вилочный погрузчик вместе с вами. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Готовы? 1, 2, 3. Блиппи. Блиппи. Мы справились. До встречи. Пока. Сегодня я на огромном ранчо моих друзей, замечательной семьи Экс. Здорово всем! Это будет увлекательно, потому что мы встретим лошадок, коров и других интересных животных. Эй, Блиппи, сходи за седлом, оседлаем лошадь. Уху! Сейчас будет весело! Не верю, мы с вами в настоящем хлеву. Ребята сейчас приведут лошадь, а мы пока что здесь осмотримся. Смотрите, здесь живут пастушьи собаки. Как весело! О, да, а здесь еще загон. Ай! Идем! О, здесь еще один! Все за мной!
Пес на работе, ведь дверь открыта. Он помогает ковбоям. Смотрите. Ау! Никого нет. Ого! Глядите-ка! Сено! Нет, правда, сено! Это сено! Выглядит так аппетитно! Я шучу, аппетитно для лошадей и коров, не для людей. Ну надо же! О, вы видели? Посмотрите поближе. Оу! Вкусняшка! Смотрите, фиксатор для животных. Ха-ха! Здесь заводят скот прямо сюда. Его смотрит доктор и делает прививки. Ого! Это же тачка! Только плоская. На такую кладут сено, потом вывозят, топ-топ-топ-топ-топ, и потом кормят коров. Как голова закружилась! Теперь вот сюда. Заходите! Ух ты! Здесь хранят сбрую. Смотрите! Надо же! Сколько сёдел! Но чтобы мне покататься, мне нужна помощь. Поможете мне выбрать седло? Ладно, идем! Это? Не! Это? Не! Да! Это седло, что надо! Но для начала нужен вальдрап. Такой коврик. А, идем! Вы посмотрите! Знаете, какой это цвет? Точно! Один из моих любимых. Синий! Берем этот вальдрап, а также вот этот. Теперь нужна уздечка. За мной! Так, уздечку взял. Положим на седло. Ну что ж, можно идти? Да! О! Иду! Спасибо, Блиппи, что принес сбрую. Да! Дай-ка мне эти вальтрапы. Держи! Они идут вниз. А для чего нужны вальтрапы? Вальтрапы кладутся под седло, чтобы лошади не натирало. Ну а садятся ковбои на седло. Ясно. Кладем седло на лошадь, после вальтрапов, и затягиваем подпругу. Теперь наезднику есть где сидеть. Уздечка. Или узда. Ясно. При помощи уздечки наездник или наездница может управлять лошадью. Ух ты, это как руль. Сначала сюда, потом через уши, вот так. Так. И можно управлять при помощи поводьев. Это и есть руль для лошади. Ясно. А значит ли это, что мне можно поуправлять ею? Пожалуйста, Блиппи. Ну, Блиппи, теперь ты. Отлично! Так. Ого! Супер! Поехали! Хорошо покататься. Спасибо! Поехали!
гнедой масти. Она очень красивая. Эту лошадь зовут Сказка. И это просто сказка. Это было так классно! Сказка не просто очень красивая. Вместе с другими лошадьми она помогает нам перегонять скот. Было так классно ездить на лошади! Посмотрим-ка, что еще есть на этом ранчо! Поехали! Воу-воу-воу! Полный вперед! Воу-воу-воу! Уу! Слово квадроцикл означает, что у него 4 колеса. Раз, два, три, четыре! У-ху-ху! Мы с вами едем на квадроцикле! Вот весело! О-хо-хо! На ранчо много разных полезных машин, вроде квадроцикла и... У-ху-ху! Вот этого крупного самосвала! У-ху! И небольшого трактора. А теперь самая большая машина на ранчо. Вот это настоящий гигант! Пожарный трактор стоит, и к нему можно без опаски подойти. А это мой друг Коди из 7X. Всем приветик. Он все покажет. Вы готовы? Да! Вперед! Итак, друзья, этот трактор помогает нам в борьбе с лесными пожарами. Это как пожарная машина и грузовик вместе. Видите покрышки? Как у огромного грузовика. Невероятные! Они нужны, чтобы трактор не застрял на бездорожье. Теперь взглянем спереди. Здесь у нас плуг с защитной решеткой. Он опускается на землю и счищает все, создавая защитную полосу. Она нужна, чтобы остановить лесной пожар. А теперь пойдем назад. Здесь у нас огромная цистерна. Внутри нее полно воды. Здесь 4 кубометра воды. А это пожарный шланг. Вот он, красный шланг. Его можно достать и пойти тушить пожар. Наверху есть пушка. Она поворачивается и стреляет водой. Но чтобы посмотреть ее, пройдем в кабину. Итак, мы зашли внутрь кабины. Я вам все покажу. Это выдвижной руль. Он нужен, чтобы управлять машиной на ходу. А в этой части у нас панель. Приборная. Если нажать эту кнопку, будет гудок. Слышите? А теперь посмотрите вниз. Это педаль тормоза. А это педаль газа. А тут есть рычажок. Он управляет передней лопастью трактора. А это самое крутое. Вот это джойстик, управляющий водной пушкой. Смотрите, я пущу воду. Woohoo!
так здорово гулять по этому огромному ранчо! Не забудьте поискать канал семьи Экс на Ютубе, чтобы узнать о ранчо побольше! Ну что ж, пока! Хочу я много... Привет! Это Блиппи! О, посмотрите на это! Ого! Это фургончик с мороженым! И сегодня мы изучим фургончик с мороженым! Ну что ж, давайте-ка сначала рассмотрим этот фургончик снаружи. Ух ты! Он такой яркий! Ого! Смотри, нарисовано мороженое. Здесь у нас клубничное. Это мороженое-сэндвич. Это рожок. И здесь красно-бело-синее мороженое. Ого! А это что? Как круто! Розовые диски! Они нужны, чтобы фургончик мог ездить по улицам! Крутые колеса! О, а это что? Тут написано «Осторожно, дети!» А это фонари! Я покажу! Ух ты! Отлично! Видишь красную кнопку? Что будет, если потянуть? Ого! Фонари замигали оранжевым! И знак выдвигается вперед! Он предупреждает других водителей, что вокруг фургончика могут бегать дети, и надо быть осторожными! Оставим его вот так! О, а что я еще покажу? О, видишь это? Это выключатель для музыки! Слышишь музыку? Это значит, что к вам едет фургончик с мороженым и можно купить вкусняшки! О! Посмотри сюда! Странички в соцсетях этого фургончика из Лас-Вегаса, что в Неваде! Супер! О, а это что? Какой большой выбор мороженого! Ух ты! Здесь у нас есть красное, оранжевое, зеленое. О, посмотри-ка сюда! Это же мой любимый цвет! Оранжевый! Ням! Ого! Черепашка-ниндзя! О, а это губка Боб. И посмотрим. А это помнишь? Да, оно было на той стороне. Клубничное мороженое. Ням! О, посмотри! К этому окошку мы подходим. И здесь мы заказываем мороженое. Хо. Ау! Ау! Погодите-ка, там никого нет. А, у меня есть идея. Может, мы с тобой пойдем внутрь и угостим других мороженым? Ха-ха, идем! Ху-ху-ху! Ух ты! Теперь заберемся внутрь и займемся делом. Но сперва надо включить генератор. Он дает энергию морозилке. Включим его! Ого! Это такой мини-мотор! Он дает энергию, чтобы в морозилке был мороз. Бррррр. Но там уже холодно, так что можно выключить. Вот так. Залезем в кузов и раздадим мороженое. Ух ты! Так вот, каков фургончик внутри!
Так интересно. Ого! Тут сидит водитель фургончика с мороженым. Это как обычная машина. Здесь руль, тут переключатель, комплект ключей. Но мы никуда не поедем. Нам нужно мороженое. Надо же! Это большая штука и есть морозилка. Давайте откроем. Ух ты! Сколько здесь мороженого! Что ж, давайте достанем 5 разных видов. Хорошо? О, отлично. Вот первое. Раз. О, 2. О, вот еще. 3. О, ого. О, здесь еще. 4. Итак, и посмотрим вот это. Отлично. 5. Здорово. 5. Теперь надо закрыть крышку. Тут у нас есть 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. 5 мороженых. Но теперь нам нужны 3 вкусняшки. Ну что ж, может быть, попкорн? 1. Может, еще чипсы? 2 пачки. Что же еще? О, ням! То, что надо. 3 вкусняшки. То есть у нас здесь 5 пачек мороженого и 3 вкусняшки. 5 + 3 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ням! Ну что ж, теперь мы сообщим всем в Твиттере и Инстаграме, где мы сейчас. Отлично! Ну что ж, у нас есть мороженое. Поделимся? Так-так. Начнем со сладкой ваты. Кому с таким вкусом? Вкуснятина! Тебе? Держи. Что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста. Так. А это мороженое-сэндвич. Можно мне? Ням! Спасибо. Не за что. И Hello Kitty. Спасибо. Да, пожалуйста. Класс. Приятного аппетита! Пока. Спасибо. Пока! Было так интересно изучать с тобой фургончик с мороженым! Что ж, настало время песни о веселом мороженом! Десерт готовим мы, сладкий ням. Десерт, который в рот бросится сам. Животик скажет спасибо нам. Десерт веселый готовим вам. Не будет сладко. Десерт клубнику мы будем класть. Не будет сладко. Бананы, сливки пригодятся там. Не будет сладко. Еще клубнику мы добавим сласть. Десерт веселый готовим вам. Десерт добавим мы шоколад. И вишенка будет к месту там. В десерт добавим еще шоколад. Десерт веселый готовим вам. Добавим мармеладных червячков. Ползут уже они прямо к нам. Добавим мармеладных червячков. Вот это будет веселье вам. Десерт готовим мы, сладкий ням. Десерт, который в рот бросится сам. Животик скажет спасибо нам. Десерт веселый готовим вам.
десерт готовим мы сладкий ням. Десерт, который в рот бросится сам. Животик скажет спасибо нам. Десерт веселый готовим вам. Ням! У-ху! Посмотрите, что у меня! Это пластилин! Я представляю, что это мороженое. Но это игрушка, и есть его не стоит. Вот так. Видите? Как будто ванильное мороженое. Ням! А это будет шоколадное. У меня есть ингредиенты. Вот такой. Как будто клубничный сироп. Вот так. Откручиваем крышку и наливаем. Ням! О, посмотрите на это! Как будто шоколадный сироп. О! А давайте сюда тоже нальем. Так. Выглядит просто объедение. А к шоколадному мороженому можно добавить немного взбитых сливок. Вкусно! Поехали! Ха-ха-ха! Выглядит аппетитно! Посмотрим, что у нас тут. Итак, еще больше цветного пластилина. Здесь не хватает вишенки сверху. Возьмем кусочек вот такой. Мнем. Раскатываем. О, похоже на вишенку. Сделаем углубление. Да, прекрасно. Положим ее на шоколадное мороженое. Объедение. Выглядит съедобно. Но, как я и говорил, есть его не стоит. И тут у нас есть синий пластилин и оранжевый. Синий и оранжевый! Мои два любимых цвета! Давайте слепим мармеладных червей! Так, берем половинку, оранжевый, раскатываем. Вот так. Посмотри. Оранжевый червячок. Кладем сверху, вот так. Затем берем синий. Сделаем еще одного червячка и положим сюда. Вот так. Раскатываем. Какой червячок! Положим сюда. И вот у нас два вкусных игрушечных мороженых. Ням! Что ж, скоро конец этой серии. Было так весело изучать с тобой фургончик с мороженым, а также слушать, танцевать и петь песню про веселое мороженое. Что ж, если хочешь посмотреть мои видео, найди мое имя в интернете. Напишем мое имя вместе. Готовы? BLEPPI. Блиппи! Отлично! До встречи! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!